Отпечатки пальцев могут заменить удостоверение личности, если турист потеряет документы. Точнее, они помогут в короткие сроки восстановить утерянный паспорт. Пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию в России можно с 2010 года, однако у жителей страны услуга популярностью пока еще не сыскала. О преимуществах дактилоскопической регистрации расскажут наши корреспонденты. Известно, что узоры на пальцах каждого человека являются неповторимыми. Если ваши дактилоскопические данные имеются в базе, то идентифицировать личность не составит труда. К сожалению, в данное время в нашей стране услуга не так популярна, как в зарубежных странах. Скорее всего, по причине того, что не все понимают, чего это нужно. На сегодняшний день за год прошло 21 человек. Добровольная дактилоскопическая регистрация нужна для того, что в случае, когда бывает, происходят пожары, землетрясения, наводнения, несчастные случаи, террористические акты. И опознать человека без документов невозможно. Дактилоскопическая регистрация это является одним из самых важных способов установить личность человека. Особое значение эта процедура имеет для людей, страдающих потерей памяти. Также в особой зоне риска находятся люди, имеющие экстремальные увлечения, например, рыбаки, охотники, владельцы плавательных средств. Также представьте ситуацию, когда, находясь за границей, вы потеряете документы. В таком случае дактилоскопические данные позволят быстро восстановить документы. Заявку можно подать через портал госуслуг. Также полезно знать, что для граждан, прошедших добровольную дактилоскопическую регистрацию, разрешается внести изменения или удалить имеющиеся данные. Добровольную дактилоскопическую регистрацию может пройти любой гражданин России. Для этого нужно обратиться в ближайший отдел МВД. Достаточно иметь при себе паспорт и подать заявление. Сарглана Ильина, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский Улус.